Сотрудники полиции, общественники и ученики 4-й общеобразовательной школы приняли участие в акции «Лес Победы». Рука об руку дети и взрослые высадили маленькие березы на территории учебной организации. На саженце прикрепили таблички с именами участников Великой Отечественной войны, которые проходили службу в органах внутренних дел Магаданской области. Сегодня под эгидой акции «Лес Победы», проводится мероприятие под эгидой МВД Российской Федерации, отделом внутренних дел России по городу Магадану, совместно с общественным советом в МВД России по городу Магадану, школьниками, учащимися 4-й школы, проведена акция «Высажены саженцы» в честь сотрудников УВД Магаданской области, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Дети охотно приняли участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы». Мальчишки и девчонки узнавали для себя имена героев Великой Отечественной войны и интересовались событиями тяжелого времени. Меня зовут Галиуллин Тимур, я учусь в школе номер 4, город Магадан. Сегодня я сажу дерево березы в честь Батякова Веры Николаевны, участницы Великой Отечественной войны. Мы за тех, кто погибли или выжили на войне, садим деревья. «Лес Победы» стал частью акции «Сад памяти», которая стартовала в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Жители Магадана и области могут также присоединиться к акции. Для этого нужно на своем загородном участке высадить деревья и добавить геолокацию на официальном сайте «Сад памяти 2020.рф».